Здравствуйте, это программа «Городской стиль». Меня зовут Михаил Агарков. В новом выпуске мы узнаем, что такое историческое фехтование, и не перевелись ли рыцари среди курян, освоим азы битбокса и научимся создавать музыку без единого инструмента. А еще побываем в гостях у ребят из команды КВН «Антоновка» и спросим, чего им стоило выйти в финал. Готовы? Тогда начинаем. Историческое фехтование. Сегодня многие воспринимают его как пережиток старинной эпохи. Но и в 21 веке можно встретить людей, увлекающихся средневековой историей, холодным оружием и рыцарскими поединками. Они уже давно утратили свое военное значение, но не стали менее зрелищными и захватывающими дух. Сколько весят доспехи, каково в них двигаться и как уцелеть на поле боя, нам расскажет руководитель клуба исторического фехтования и реконструкции Виталий Корякин. Тяжелые металлические доспехи, стальной меч и надежный щит. Неукротимый герой-романтик, дворянин, который всегда готов воевать за своего короля и защитить честь прекрасной дамы. Говорят, в наше время совсем не осталось рыцарей, готовых на подвиги. Хотя, стоп. Эти ребята из школы фехтования с таким утверждением не согласны. Рыцарство, говорят они, еще как в моде. Сегодня в нашей программе в роли неукротимого воина Виталий Корякин. Он и обучит нас тонкостям исторического средневекового боя. Используются в тренировочном процессе мягкие мечи, называются тимбары. Они пришли к нам из восточного фехтования и широко получили использование в историческом средневековом бое. Потому что на тренировках не надо постоянно тогда одевать металлические доспехи, которые как бы достаточно быстро будут изнашиваться, если в них регулярно тренироваться. А выступающие спортсмены тренируются достаточно часто, некоторые каждый день. На мне доспех 14 века используется для выступления на соревнованиях. Латные защита рук, защита корпуса, бригантина, латная защита ног, сабатоны. Также впоследствии увидите шлемы волчьи ребра и латные перчатки. Поверх одевается гербовая накидка, которая называется «Кот Дарм», чтобы во время боя члены команды могли определить свой или чужой. Вес доспехов средневекового рыцаря составлял от 10 до 30 килограммов. Полный комплект защищал почти все тело воина. Уязвимыми оставались лишь сочленения пластин, подмышки и прорези для глаз в глухом шлеме. В походы рыцари ходили не всегда в доспехах. Очень часто рыцарь ехал на лошади, а следом ехала телега, где были сгружены доспехи и всякая утварь. И перед боем одевалось снаряжение. То, что мы видим в фильмах, это немного разница. Воинам достаточно было очень тяжело передвигаться постоянно с утра до вечера в одном доспехе. Я юнец, меч в руках никогда не держал. С чего начнем наше обучение фехтованию? В первую очередь с изучения боевой стойки и ударов. Боевая стойка у нас ноги на ширине плечей, правая нога становится впереди. Забыл, где право. Ноги чуть согнуты, то есть заряжены, чтобы мы могли в любой момент передвигаться. На прямых ногах включиться очень будет сложно. Есть ряд защит, которые используются во время боя. Очень распространенные – это третья и пятая. Либо в народе, как еще часто говорят, шалашик и домик. Третья защита – это от ударов, прямого удара в голову. Ага. То есть вот защитились, это ставь меч. Нет, вот ставь. Аналогично, зеркально. Ага. То есть и держи просто. Если я буду наносить удар, у тебя голова, плечо закрыто. Выставлять не нужно, просто. Вот, ударь мне сильнее. То есть я вот просто держу, все, у меня защита есть. Это третья защита. С этой стороны, если мы будем бить, у нас либо щит будет, либо выставляем меч, наноси. Раз. То есть мы просто рукой смахиваем. То есть третья, удар четвертая. А правда, что в бою нельзя терять бдительность? Конечно.
Только колющие удары запрещены. Далее отрабатываем передвижение. Оно похоже на боксерское и стойкой, и выпадами. Важно не скрещивать ноги. Вперед и влево с левой ноги, назад и вправо с правой. Затем совмещаем движение и удары. Тут тоже есть свои секреты. К нам ребята приходили с единоборств, например, боксеры. У них почему-то, вот как у дровосеков, как топором начинают рубить. Очень такие мощные, это сильные удары. Но они медленные за счет того, что удар достаточно амплитудный. Второй вид ударов – это с использованием второго рычага локтя. То есть раз, два, три. Мне уже руку отрубили. И третий удар – это кистевые удары. Когда сильные, хлесткие и быстрые удары. Рыцарь без щита чувствовал себя на поле брани, мягко говоря, некомфортно. Поэтому я тоже от дополнительной защиты решил не отказываться. Теперь отрабатываем навык ведения боя уже со щитом. В средние века юноши учились фехтовать с раннего детства и тренировались годами. Только так были шансы уцелеть в бою. У нас времени нет, а враг уже наступает. Сегодня рыцарство в привычном понимании уже не существует. Бравые воины эпохи средневековья остались на страницах учебников. А историческое фехтование в наши дни – это возможность освоить некогда забытое искусство и встретиться с единомышленниками, любителями старины. Человек, способный имитировать звук барабанов, создавать музыку без единого инструмента и приковывать взгляды людей на любой вечеринке. Все это о битбоксере Виталии Борисове. Сегодня он научит нас, как правильно свистеть, шипеть, сопеть, задавая при этом ритм и придумывая мелодию. Пока все спят, детектив Виталий Борисов должен понять, кто лучше битбоксер. Идут серьезные поиски. Среди известных персон Рипс Ван, Вахтанг, Гризли, Винг, Скиллер. Еще много артистов, замеченных во время крутого исполнения битбокса. Проведя расследование, наш детектив понимает, лучшего среди них нет и быть не может. Каждый уникален по-своему. Виталий Борисов – битбоксер. Сейчас парень не представляет своей жизни без музыки и выступлений. Такой путь он выбрал случайно. Наткнулся на старый ролик, где ребята на улице читали рэп под бит. Без музыкальных инструментов. Сразу тебе понравился битбокс? Или у вас были какие-то с ним разногласия? Вообще, как ты к этому пришел? Ввиду творчества. Вначале показалось, ну, какой-то бред, если честно. А после просмотра ролика целиком я понял, что это все. Это любовь с первого взгляда. Человек делает музыку только своим речевым аппаратом, зубами, языком, губами. В принципе, битбокс можно делать когда угодно, где угодно. Ничего, в принципе, не мешает. Твой инструмент всегда с собой. И если касательно меня, то я делаю битбокс каждый день. Немного истории. Битбокс появился из хип-хопа на улицах Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка в конце 70-х годов прошлого века. В те времена синтезаторы и драм-машины были доступны немногим, и часто уличным музыкантам не хватало средств, чтобы их приобрести. А творить хотелось, вот и использовали то, что было дано человеку природой. Но ошибкой будет считать, что исполнители до этого не применяли свой голос и речевой аппарат для подражания какому-либо инструменту. В средневековье в южной части Франции появились трубадуры. Они читали сонеты и пели, чаще всего выступали без музыкального сопровождения. Нередко такие артисты собирались в группы, где каждый имитировал звуки определенных инструментов. Что касается России, то к нам битбокс мигрировал в середине 90-х годов 20 века. А в 2009 в Лужниках прошел первый чемпионат страны среди исполнителей этого музыкального жанра. В провинциальных городах битбоксеры сегодня в основном одиночки, выступают в рамках различных фестивалей, а не своих собственных площадках. Но они всегда готовы поделиться своими знаниями. Для нас Виталий Борисов провел мастер-класс «Учимся и запоминаем». Из чего состоит битбокс? Какие базовые звуки может выучить вот простой человек, чтобы из этого получилась музыка? Всегда в битбоксе начинают с базы. Ну, наверное, как и в любом направлении творческом, нужно начинать с базы. В битбоксе база — это три звука. Бочка, тарелка, и я не помню, как называется этот звук, но он выглядит вот так. Чтобы сделать бочку,
нужно просто сказать букву «П», но с давлением на губы. Выдыхаешь воздух нелегкими, да? Воздух выдыхается нелегкими, а именно тот воздух, который находится в ротовой полости на данный момент. У кого-то получается на букву «П», у кого-то на букву «Б». Кому-то проще так, кому-то так. Это уже все зависит от вас. Базовый звук — тарелка. Это просто буква «Т», которая ударяется в область между верхними зубами и началом десен, по-моему. Ну да, по сути, да. Также делается с давлением. Буква «Т». От вас зависит, какую тарелку вы хотите сделать. Открытую, закрытую. Можно сделать «ц-ц-ц». Это уже «ТС». Нужно просто потянуть после буквы «Т» букву «С». «Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц». И со временем можно наточить эти звуки очень легко. «ПФ». Он делается немного сложнее, но принцип работы точно такой же, как и у бочки, только делается он на правом или левом краю губ. Для простоты можно вначале тянуть звуки. Например, тот же самый ПФ. Есть фраза «перчик и капуста». И люди с помощью этой фразы делают битбокс, просто учатся битбоксу. И акценты делают на буквы, за счет которых делается конкретный звук. Например, перчик и капуста. Перчик и капуста, перчик и капуста. Да, звучит странно, но это работает. И эти базовые звуки можно уже комбинировать и делать из них какие-то, ну, композиции небольшие, какую-то ритмику давать. Например, вот этот звук называется липролом. Это одна из разновидностей липрола, был hollow липрол. Обычно липрол выглядит вот так. Звук на самом деле очень сложный. У меня ушло 2 месяца, чтобы научиться его делать. Только научиться его делать грязно. А теперь небольшое показательное выступление специально для городского стиля от курского битбоксера. Говорят, по нему можно определить интеллект человека. Оно позволяет с легкостью покорять сердца миллионов людей. Да, чувство юмора — это вам не шутки. Можно ли его прокачать, или это дар свыше? Как рождаются самые веселые номера и сколько нужно над ними работать? Мы узнаем у ребят из курской команды КВН «Антоновка». Всем привет! Мы команда «Антоновка» из города Курска. Наша команда дает определенное настроение, драйва. Мы сами кайфуем, да, от того, что мы делаем. Да, мы владеем организованным хаосом. Но есть люди, которые бесятся, вот, лишь бы побеситься. А мы знаем, как беситься. Красиво. Курская команда «Антоновка» победила в полуфинале главного юмористического проекта «КВН Дети». Он прошел 8 сентября в Москве. Теперь ребята готовятся к новому этапу. Уже в октябре им предстоит встретиться в финале с соперниками из Самары, Махачкалы и Хабаровска. Каким вообще? Это было для нас очень удивительно. На сцене мы... Это такое... Ты получаешь адреналин со сцены, когда ты выигрываешь. И, в общем, эмоции были просто... Мы даже не могли... Многие до сих пор не понимают, что мы прошли в финал. То есть не верят. В составе звездного жюри конкурса комик Екатерина Скулкина, блогер Юлия Гаврилина и артист Артем Кит. Судьи высоко оценили харизму и юмор курян. У нас есть несколько фишек. Это наши превосходные танцы во время отбивки. У нас очень такая бодрая отбивочка. И мы задумаемся, что мы делаем на сцене. Там кто-то прыгает лягушкой, кто-то летает грачом и так далее. То есть наша фишка в этом, то, что мы даем драйв зрителю и себе. И, то есть это всегда мы хорошо смотримся. Встречайте на сцене куряне! Я хочу поговорить о танце, которым вы открыли этот номер.
Пацаны, это было настолько плохо, что так хорошо, реально, просто. Это, ну, нужно уметь так прям не в ритм вообще всем троим танцевать. Мы браво. Старались. Мы танцуем обычно в самом начале выступления и в конце. Да, в начале мы здороваемся, знакомимся, приветствуем зрителей, и они приветствуют нас с аплодисментами. А в конце мы, так сказать, прощаемся и говорим какие-то прикольчики. Но основную ставку ребята делают на пародию. В 1/4 финала участник команды изобразил Баскова и Деброва. Ваш аплодисменты! Шарманка! Молодежь! Оп! Кадиллакс! Катюша, Катюша, моя хорошая, я так рад, что ты сегодня здесь. Пожалуйста, дари! Чтобы шутка появилась на свет, юмор нужно пропустить через призму собственного опыта, рассказывают ребята. Комики работают постоянно, ведь классная идея, которую можно включить в итоговый номер, может родиться в любой момент, и главное ее не упустить. Есть вдохновение, и оно всегда приходит после репетиции, но лично у меня. И поэтому, когда я иду домой, даже если что-то подмечу, обязательно попробую в голове это обшутить, может быть, какую-то миниатюру и так далее. Либо просто ты идешь, иногда на улице оно очень хорошо придумывается на свежем воздухе. Готовить выступление ребята начали за месяц до полуфинала. Репетировали целыми днями. Иногда валились с ног от усталости. Самые тяжелые прогоны начались в Москве за неделю до показа. Каждый КВНщик знает, зритель чувствует неуверенность, поэтому на сцене ее быть не должно. Даже если у вас будет материал отличный, и вы выйдете без уверенности в себе, то у вас ничего не получится. А мы с самого начала вселяли в себя эту уверенность, и мы выходили на сцену с мыслью о том, что у нас все получится, и нужно сделать так, чтобы нам самим понравилось наше выступление. Опять же, это же детский КВН, и мы понятно, что мы шутим про то, что интересно нам, и все детям. То есть мы не шутим там на сильно взрослые темы, как, например, во взрослом КВН. То есть у нас там случаи в школе, там охранники и так далее. То есть там какие-то ситуации с родителями. Кто-то говорит, что КВН – пережиток прошлой эпохи. Это уже не современно, не интересно, да и вообще от него все устали. Ребята с хейтерами не согласны. КВН всегда меняется. В КВН всегда меняются люди. То есть нет такого, что в КВН 20 лет одна команда играет. Одна команда примерно играет 3-4 года. И потом это еще хороший срок. Обычно играет вообще может играть первый сезон, второй, все. То есть всегда команды меняются. Понятно, что какие-то стили остаются, вот их придумали в 2000-х, а они остаются до сих пор. Но каждая команда подходит по-своему. Я считаю, что для многих это больше как старт. То есть КВН, он учит коммуникации. То есть ты работаешь в команде. Это работа на сцене, которая в любом случае когда-то пригодится. Это может также есть очень большая внутренняя кухня. Это реквизит и так далее, и так далее. То есть КВН развивает тебя как личность. Сейчас ребята усиленно готовятся к финальному выступлению. Просят поддержать их морально. А всем зрителям советуют почаще улыбаться и больше смеяться над хорошими и добрыми шутками. В финале у нас вообще грандиозные планы. Мы хотим стереть все границы перед собой. Там, говорят, еще много известных звезд приедет. Хороший КВНщик – это тот, который не боится экспериментировать перед собой. То есть он ставит перед собой какую-то цель и всегда ее выполняет. Он не боится никого, он просто берет и делает. На этом наша программа подошла к концу. Город начинается с людей. Мы задаем его ритм и создаем образ. Помните, стиль — это не про одежду. Это способ мышления, указывающий нам путь. До свидания.